Я не думаю, что Ферит откажется от Диар. Он скорее отомстит Сейрон, так же, как и она вышла замуж за Синана. Теперь очередь Ферита. И как бы он ни пытался это скрыть, чувства к Диар у него все равно остались. Он ведь матери говорил, что не видит своей жизни без Диар, а Гульгун вообще ее одобряет, женись на ней и забудь про Сейрон. Но Сейрон не должна становиться тряпкой и унижаться. Женщина должна держать себя в руках, какие бы чувства в ее сердце ни бушевали. Сейрон, вместо того, чтобы плакать и переживать за всех вокруг, должна гордо поднять голову и идти дальше. Если Ферит действительно мужчина, пусть сам разберется, с кем ему быть. Сейчас он держит ее рядом, ссылаясь на опасность, исходящую от Синана-маньяка. Но потом что? Все снова сведется к игре с женой и любовницей. Одно и то же мыло без конца и края, снова и снова, по кругу.